сыр в мышеловке. Прибежала мышка в норку, принесла сухую корку. Будет детям на обед. Ничего другого нет. Закапризничали дети, надоели корки эти. Целый час твердят упрямо. Сыра принеси на маму. В мышеловке сыр лежит, аппетитный он на вид. Почему же мама строго запрещает его трогать? Почему? И в чем тут дело? И один мышонок смелый так решил, что очень ловко стащит сыр из мышеловки. Только отвернулась мышка, прыг, из норки не слышно. Цап схватил желанный сыр, хлоп и прищемил усы. Вот беда-то, вот беда, из ловушки никуда. Ох, как громко он пищал и на помощь маму звал. Мышка сына выручала, еле-еле оторвала. Сыр, конечно же, был вкусный, но мышонок стал безусый. Если любишь ты бананы, а не то, что сварит мама, и капризничаешь очень, и конфет с утра ты хочешь. Про мышонка вспоминай и урок запоминай. Будь послушен своей маме, никогда не будь упрямый. И за кашу, и за чай, слава Богу, воздавай. Аминь.